Всем привет! Значит, сегодняшнее видео у нас будет, это долгожданное видео по розыгрышу экшн-камеры. Значит, вот такая вот экшн-камера у нас не сегодня, а будет разыграна через 2 недели. А сегодняшнее видео у нас будет посвящено сбору комментариев для участия в розыгрыше. То есть все подписчики мои, всем привет, чтобы видели, что это именно я, что камеру я разыгрываю у нас на канале, вернее, канал моего сына Антон М. Меня зовут Сергей, все, кто меня называет Антон, для вас это новость будет, но уже многие знают, что меня зовут Сергей, а канал моего сына. Ну, перейдем к нашим баранам, как говорится. Значит, разыгрываем мы камеру между нашими подписчиками. Я благодарен, что у нас уже более 10 тысяч. Хотел я этот розыгрыш привести к 10 тысяч, но сейчас уже больше 10 тысяч подписчиков у меня. Не знал, как это технически, то есть, сделать, но не столь важно. Значит, суть в чем? Чтобы участвовать в нашем розыгрыше экшн-камеры, получить ее как приз подписчиков нашего канала, вам необходимо. Первое. Подписаться, естественно, на наш канал. Петух, блин, задрал. Подписаться на наш канал и, естественно, быть нашим подписчиком. Ну, подписаться вы знаете как. То есть на YouTube это все ясно и понятно. Второе. Второе, это вам надо в настройках настроить так, чтобы мы публично, то есть любой заходящий на ваш канал, видел, что вы подписаны на наш канал. Как это сделать, я сейчас приду домой на компьютере, покажу, где в настройках можно будет. Так, сейчас покажу, как сделать так, чтобы было всем видно ваши подписки. Так, это у нас вот сюда вот переходим в настройки. Так, смотрим, появляется вот такая вот у нас аккаунтовская. Так, смотрим, вот здесь находим конфиденциальность, и он у вас будет вот так включен, то есть не показывает он. Вы включаете, и все, теперь переходим на свой канал, смотрим. Так, каналы нажимаем, ну вот, видим все наши подписки. Так, в сообществе я указал. То есть вот здесь у нас есть такая ссылка, то есть где что, как назад, конфиденциальность, и вот эту добавить. Так что пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше, и чтобы все было у вас хорошо. Ладно. В настройках можно будет это все сделать. Значит, это второе условие, чтобы мы видели, что вы наш подписчик. Третье условие, это значит, в этом видео, именно в этом видео, вам надо написать комментарий. Я участвую, я хочу участвовать, я играю, я... То есть, дать своей подписью согласие на участие. Кто не хочет участвовать, ну, есть и такие, потому что мне как бы пишут, не комментируйте просто, просто проходите мимо. И еще одно условие, это один раз, то есть один ваш комментарий, не пишите по 10, по 20, потому что, ну, естественно, кто будет сидеть там, и можно и 100 комментариев написать, и как бы получить эту экшн-камеру. Смотрите, то есть один раз. Если будет замечено, что несколько, значит, мы повторно проведем розыгрыш и отдадим эту камеру другому. Один раз пишите, я участвую в комментарии. Сам розыгрыш сделаем, давайте, в течение 2 недель. То есть все
комментарии собираем в течение 2 недель. Через 2 недели я на этом видео, то есть через компьютер, проведу автоматически, как бы независимо, то есть наугад, как розыгрыш в лотерее, проведу, и мы узнаем в следующем видео, то есть выпущу специальное видео для того, чтобы вы знали, кто победитель. Победителю необходимо будет там в течение недели связаться со мной, то есть написать мне повторно комментарий, указать свое имя, фамилия, там, не знаю, телефон, чтобы мы, ну, в общем, способ, чтобы мы передали вот эту вот экшн-камеру. Так что пишите, подписывайте, комментируйте. Я благодарен, что вы как бы со мной, что такая большая аудитория на моем таком не очень интересном, скажем так, канале. Ну, кому-то сельская жизнь близка так же, как и нам. Так что всем спасибо.